Привет, дорогие друзья! Приветствую вас из города Дзержинск. Мы с вами будем изучать сегодня область и один из крупных городов области Нижнего Новгорода. Население Дзержинска около 230 тысяч человек. И немного истории. Основан город был в 1548 году, вернее, первое упоминание о нем, как о деревне Черная речка. И принадлежал он различным монастырям, периодически переходил. Настоятели просили земли, и вот эта деречка, вернее, вот эта Черная речка переходила. Потом стало называться село Черное, и уже в советское время это стал город Дзержинск, который славится различными заводами. А находимся мы с вами около парка. И интересная дата основания. Во время войны его открыли 15 июля 1941 года. И скоро мы его посмотрим. Также здесь много храмов, и Воскресенский, и Великого Антония. Это новострои, но тем не менее имеет смысл их осмотреть. Друзья, вот мы и зашли с вами в парк. Кстати, здесь уже после войны в 1947 году открыли кукольный театр. Но я до него еще не дошла, а дошли мы до небольшого фонтана, у которого можно охладиться. Недалеко от входа в этой части парка можно покачаться на качелях, посидеть на лавочках. А вот там, наверное, есть театр. Кстати, качели очень удобные. Сейчас их испробовала. И кататься одно удовольствие. Вот мы и дошли до кукольного театра, который был открыт в послевоенное время, 1947 год. Около него красивая территория, пригорок с соснами. И сам театр с колоннами. Мне нравится. Так что, если будете в Дзержинске, посещайте данный парк. Тут довольно хорошая энергетика. Светлый парк, солнечный. Приятно находиться. Друзья, и в живописном месте парка находится колесо обозрения. Оно не очень высокое, среднее, но довольно симпатичное. На нем можно прокатиться при желании. Наверное, сверху видно город Дзержинск. Сейчас мы будем с вами покидать парк в городе Дзержинск и продолжим изучение других достопримечательностей. А сейчас мы выехали с вами и находимся на одной из главных улиц Дзержинска, проспект Ленина. Мне там понравился Дом культуры химиков, такая красивая архитектура. И, наверное, мы с вами сейчас посмотрим. Вот и обещанный Дом культуры химиков. Он сейчас на реставрации, какой-то ремонт тут проводится с колоннами здания. Рядом стадион и часовня. А вот что это за часовня, давайте мы с вами посмотрим. Все никак не доедем до храма в Дзержинск. Мне один экскурсовод хвалила святого Антония храм. Он новый. И как раз он стоит у дороги. Удобно его изучать. Но там я еще видела Воскресенский храм. А сейчас посмотрим, что это за часовня. Часовня в честь архангела Михаила. Написано, что открыта. Друзья, это очередная улица большая, одна из главных улиц Циолковского. И на ней красивое здание Дом книги. Необычное, да? Тоже с российским флагом, красиво оформленное. Улица большая, такой же проспект, как и Ленина. Что здесь еще интересного на Циолковского?
магазинчики разные, и даже есть роллы, суши, самурай. На Мещерке в Нижнем Новгороде самурай взорвался. Вы помните, там была что-то утечка газа. Такой случай был не очень давно. А желтое здание, которое мы наблюдаем, это торговый центр. Тоже здесь любит гулять молодежь. И фонтан около него на территории красивый. На улице Циолковского также находится величественный собор Воскресенский, в честь Воскресения. И он был начат, его строительство, в 2014 году. Периодически здесь оно продолжается, и все еще храм считается строящимся. Как обычно, церковная лавка и обширная территория, что радует. И давайте посмотрим, я люблю смотреть дизайн в монастырях и храмах, как оформлена территория. На территории храма несколько строений. Сейчас, скорее всего, вечер и закрыто все. Но по территории мы вполне с вами сможем пройти. Даже есть детская площадка, как и у нас на Мещерке в Староярмарочном соборе. Гуляют родители с детьми. Красивое строение церкви. Я так поняла, тут два. Это основной собор и маленький, да? Маленький храм. Красиво сделан под старину. Ну, конечно, везде это пластик. И никакой старины нет, но это не мешает быть месту намоленному. Не каждое старинное место имеет силу. Это зависит совсем от других вещей и факторов. Даже не два, а три. Вот при изучении, да, и проходу территории мы видим еще одно здание храма. Надо же, из красного кирпича. Невысокая колокольня, совсем другая, никакая. Мы привыкли к высоким таким, да, а здесь по-другому оформлено. В Ярославле, кстати, такая. А знаете почему? Потому что колокольня должна быть выше самого высокого храма. И это проблематично сделать, потому что смотрите, какой он высокий, этот строящийся храм. Он еще весь в лесах и вовсю отстраивается. Можно на территории на лавочках посидеть и полюбоваться дизайном территории. Просто погулять по территории практически как в парке. Здесь есть начинающаяся сила, вибрации, намоленности. Поэтому, пожалуйста, посещайте хоть храм в черте города. Но находиться здесь приятно. Друзья, мы с вами доехали до очередного храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Такой масштабный старинный храм. Он был построен в 1878 году и разорен в советское время, восстановлен уже в 1988 году. Сейчас он закрыт пока, потому что вечерняя служба закончилась. Находится недалеко от Дзержинска в поселке Жолнино. Из красного кирпича смотрится красиво. Но территорию посетить пока я не могу. Но уже видно растущие ели красивые по всей территории храма. А мы с вами будем двигаться дальше. А сейчас мы подъехали с вами к озеру, носящему такое название «Красивое Святое». И связана с ним легенда, что крестьяне построили деревянную церковь, тоже очень красивую. Но между ними начались раздоры, и Господь разгневался, и церковь затонула. Озеро находится в окружении лесов, сосновых, пляжик тут такой милый, с чистым песком. И вокруг спуск. Кстати, пляж оборудованный, и раздевалки есть, грибочки.
Какое дно, я вам сказать не могу. Я не планирую тут сегодня купаться. Но место красивое. Так что в Дзержинске много чего интересного есть. А сейчас посмотрим прекрасный пейзаж, открывшийся нашим глазам. Это набережная реки Ока. Мы видели с вами стрелку у нас в Нижнем Новгороде, где Ока впадает в Волгу. А здесь, в Дзержинске, вот такая набережная, она двух уровней. Внизу она не оборудована, простая набережная, но в этом тоже есть особая прелесть. Мне нравятся такие набережные. Также очень зеленая территория, вокруг островки зеленые, моторка едет, тишь и красота. А дальше там есть оборудованный пляж, где купаются местные жители или кто посещает Дзержинск. Также очень приятно погулять. Набережная довольно длинная, а с другой стороны многоэтажки, в которых также открывается вид красивый на набережную. Почти как у нас на Мещерском озере или на других набережных Нижнего Новгорода. Здесь можно взять на прокат катамараны, лодки. Как раз пункт тут, касса есть, может что-то еще. Если вы посетите, найдете. Мне понравилось это место. Очень зеленое. Друзья, и напоследок, перед отъездом из Дзержинска мы с вами сейчас наблюдаем храм Великого Антония, построенный в честь этого святого монаха и очень благочестивого человека, жившего в пустыне, в уединении, в пещере и помогающий многим людям. Храм был заложен в 2006 году. И сейчас может верующих принимать и чтобы молились святому Антонию. А мы с вами будем покидать Дзержинск. Территория здесь, кстати, тоже довольно большая. Пока я не смогу на нее пройти. Но уже видно хвойные деревья. Красивые клумбы разбитые и обширная территория. И стоит этот храм при въезде в Дзержинск на улице Советской. Совсем недалеко от дороги. Очень удобно к нему подъехать. Всем пока, до новых встреч! Привет, дорогие друзья! Снова из Дзержинска мы продолжим съемки около парка Утиное озеро. Находится он в сосновом лесу, мы уже видим. И скоро осмотрим все его достопримечательности. Перед ним площадка и храм, который также можно посетить. Давайте продолжим изучение в самом парке. Друзья, на самом деле в этом парке кроме природы ничего нет. Настильчик ведет вокруг озера, и вот само озеро. Утки здесь не живут, только отражаются красиво деревья. Смотрится красиво, воздух очень приятный. Ну и все, если вы хотите пообщаться с природой, можно сюда сходить. Друзья, и еще тут приятные такие беседки есть. Все это около озера. Озеро, оно не оборудованное, а дикое. А вот дальше что-то там есть такое. Кафешечки. Мы еще и осмотрим поближе.
А мы с вами дошли еще до одной площадки. Она и для детей, и для взрослых. А также спортивная площадка. Как раз там идет игра. Народу много в этой части парка. И очень воздух хороший здесь. Друзья, а сейчас мы подъехали на площадь Героев в городе Дзержинск. И наблюдаем вечный огонь, который был зажжен в 1965 году, 9 мая, от вечного огня с Марсового поля в Ленинграде. Довольно большой вечный огонь. Если у нас в селах поменьше, маленькие такие огоньки, а это большой. Лавочки вокруг. Давайте подойдем поближе. Такой яркий, красивый огонь. Если у нас в Кремле более бледный, а тут такой вот он яркий. А сейчас мы посмотрим Аллею Героев поближе. Вот мы и на Аллее Героев. Так что площадь Героев, Аллея Героев. Тут есть место погулять, на лавочках посидеть. Почтить память героев, отдавших свою жизнь в Великую Отечественную войну. Памятник пограничникам. Друзья, тут и БТР, и пушки, танк. И много места для прогулки. Хорошая такая аллея, мне понравилась. Много техники довольно здесь. Как всегда, деткам очень нравится смотреть и играть около техники. А мы с вами будем двигаться в обратном направлении. Может, что-то увидим еще интересное из достопримечательностей Дзержинска. Друзья, и на проспекте Самохвалова находится красивый храм с цветными куполами, с высокой колокольней Серафима Саровского, моего друга святого, и вы можете посмотреть видео о святых на моем канале. Сейчас он, конечно, закрыт, но выглядит довольно симпатично. На территории изображен на камне Серафим Саровский, на котором он провел много времени в молениях. А монастырь, как вы помните, который, скажем так, был очень близок к Серафиму Саровскому, он приложил много усилий к его постройке, это Дивеевский монастырь, четвертый удел Пресвятой Богородицы. А мы с вами покидаем Дзержинск и будем встречаться в новых видео. Всем пока! Привет, дорогие друзья! Приветствую вас из города Балахна, который является областью Нижнего Новгорода. Находится он довольно близко от Нижнего Новгорода. И здесь есть много достопримечательностей, которые нижегородцы и туристы могут осмотреть. И одной из достопримечательностей является набережная около реки Волга. А вода – это место силы. И очень приятно здесь находиться. Набережная не оборудованная, покрытие, старинные плиты, как у нас раньше было на Мещере, но зато здесь есть красивые фонарики.
и напоминает мне это родной дом. Очень интересный есть памятник. Сейчас мы с вами посмотрим. Мадонна держит на руках младенца, и называется он «Радость материнства». В Балахну я попала по пути на Никола Ключ. Видео о Никола Ключе вы можете посмотреть у меня на канале. Очень интересно и познавательно. А Балахна является городом с 1536 года. Конечно, история ее гораздо раньше уходит корнями в древние века, но официально с 1536 года. Здесь много храмов, возможно, мы с вами посетим. А также есть парк напротив как раз набережной. С набережной выход в парк. Приятно охладиться в жару. Сейчас тучки набежали как раз для меня. Очень приятно находиться и снимать для вас это видео. Чем еще славится Балахна? Здесь очень была развита соляная промышленность. Из-за этого Иван Грозный взял в опричину свою этот город из-за соли варенья, что было развито. Еще в Балахну неоднократно, в Балахне были войны, побеждал татарский хан. После чего была построена крепость. Но крепости сейчас нет. Но есть другие интересные здания архитектурные, которые также мы, наверное, с вами сможем посмотреть. И двигаемся дальше. Друзья, если вы пройдете парк, который является скорее сквером насквозь, то выходим к Вечному огню, который есть не только в каждом нашем областном городке, но также практически в любом селе. Зажжен он был в 1965 году в честь погибших воинов, вечная им память. А в 2000-м мемориал обновлен. Вот такая здесь аллея славы. Балахна является родиной ополченца Казьмы Минина. Когда Россия выступила в ополчение против поляков, Лжедмитрия, и в этом месте он родился. Кстати, очень многие себя причисляют к его родственникам, так как фамилия здесь повторяется довольно часто. Мы вышли из парка, друзья. Сцены, вот смотрите, требуют ремонта. Конечно, все требует реконструкции. Но и очень много елей, голубые ели. Это не парк, а сквер. Единственная аллейка тут, и она выходит как раз к Вечному огню. На берегу Волги пристань, и рядом с пристанью часовня в честь Петра и Февронии, покровителей семьи. Скоро у них праздник. Это, напоминаю, 8 июля. Друзья, и в 2 километрах от набережной, где мы высадились около сквера, парка, находится одно из самых красивых зданий Балахны – дом купца Александра Худякова, построенный в XIX веке. Здесь была когда-то конюшня, красивые сады разбитые, сейчас является здание музеем, и его можно посетить.
находится рядом дома, довольно такие скромные, частный сектор с двух сторон, очень тихая улочка, очень тихая. Сейчас будний день, вторник, и тишина такая приятная. Построен этот дом в стиле провинциального барокко. Напротив лавочки можно посидеть, отдохнуть и выйти на набережную. Находится данный музей-усадьба по адресу город Балахна, Карла Маркса, 32. При желании можно посетить. А смотрите, какой заброшенный дом по улице Карла Маркса, если немного отойти от усадьбы Худякова. Тоже такая же усадьба, но уже все пришедшее в запустение, и вряд ли ее будут реставрировать. Мы с вами подходим к Покровскому мужскому монастырю, находящемуся в городе Балахна. Здесь все рядом, так как город небольшой. И это самый древний монастырь нашей области. Основан он был в первой половине XVI века и далее получил грамоту и земли от царя Ивана Грозного. Это мой любимый царь, который увеличил территорию России в 1,5 раза. Сейчас мы посмотрим этот монастырь поближе. Возможно, даже удастся зайти на его территорию. Сейчас посмотрим. Вам что-нибудь напомнило? Это крылечко здания монастыря. Мне лично напомнило Ростов и Кремль ростовский, и одноименный монастырь, там, где снимался фильм про Ивана Васильевича. Прям вот один в один практически. Можно было снимать в Балахне. Сейчас мы с вами идем вокруг монастыря, по его территории. Довольно зелено, скромненько. Небольшой огородик здесь есть. И вот главное крылечко, вход. Маленькая колокольня. Сейчас почему-то делают маленькие такие колокольни. Главный вход, друзья, Покровский мужской монастырь. Друзья, мы покидаем Покровский мужской монастырь. Если вы зайдете внутрь, вы ощутите большие вибрации силы. Но нужно зайти именно внутрь, потому что снаружи скрадывают вот эти вот вибрации. Конечно, они есть, но близлежащие дома. Их достаточно много вокруг, потому что в городе находится строение среди других домов. Но если вы зайдете внутрь, вы ощутитесь в другом мире, и энергией зарядиться можно основательно. А вот этот рядом как раз, это Никольский, самый старый и есть храм в монастыре. Самый старый храм в Нижегородской области. Друзья, мы с вами покидаем город Балахна. Чем он меня поразил? Он поразил меня своей тишиной и практически отсутствием машин. Потому что в других городках, даже вот на таких улочках, большое движение.
А здесь практически не проехала ни одна машина, пока я гуляю. Никого. Привет, дорогие друзья! Приветствую вас из города Семенов. Началась наша экскурсия. Мы сейчас наблюдаем, правда, с близкого расстояния, Никольскую церковь Анатолия Старообрядческого, и снимем ее чуть подальше. Но строительство было в 1916 году. Это не вот какая древность. Основные деньги Носов давал на строительство, но не только он ее построил. Ну, конечно, существуют всякие легенды. Носов, значит, финансировал, поддерживал, значит, землю купил, где вот этот храм строили. И здесь вот вечная память Афанасию Павловичу и его супруге Анастасии Константиновне. Волосы, наверное, там квасом намазывали чем-то, чтобы они в стороны не рассыпались. Купец второй гильдии, но дело было хорошо поставлено на Нижегородской ярмарке. На самом бойком месте, на Стрелке, у него были магазины. Именно там торговал. Дела шли успешно. Ну, вот эти две такие мемориальные дощечки сравнительно недавно, которые получают название кирпичные или фабричные. Вот такое здание здесь было построено купцом Бутушкиным. Не только простого мужика лес, конечно, и купцом. Ну, купеческие доходы, редкие доходы, и стали сегодня. Все они на службе сегодняшнего дня. В этом здании как была, так и есть главная почта. На другой стороне, смотрите, какой симпатичный домик. Купца второй гильдии Носова. На первом этаже у Носова. Он сам из мужиков, которые ложки когда-то резали. Сейчас с вами двигаемся на фабрику «Золотая хохлома». Идем гуляем по городу Семенов, который как статус города приобрел в 1779 году. Красивый старинный город. А впервые он был упомянут как селишко Семеновское еще в 17 веке. Это колыбель старообрядчества в Нижегородской области, когда они скрывались от реформы Никоновской, то переехали многие в Нижегородскую область. Отсюда и название скит. Скит – скитальц. А селишко Семеновское – это было владение боярина Морозова. Также Семенов считается столицей золотой хохломы. Здесь очень много центров, фабрика. Хотя с этим спорит Кавернинский район, Кавернино. Скорее всего, Кавернино-то и право, потому что в Кавернино и было впервые заложено такое искусство, как хохлома, хохломская роспись. А мы сейчас как раз вам идем в серенькое это зданице. А коричневое – это туристический центр как раз для сувениров. Туда мы тоже зайдем и посмотрим. Посвященный великому художнику, учителю Георгию Петровичу Матвееву. В 1916 году Нижегородским земством он был направлен к нам в город Семенов для организации художественной школы обработки древесины. Друзья, через пропускной пункт мы прошли с вами,
такую красивую золотую осень, как и хохлома сама, на фабрику. В отдалении как раз видно центр туристический золотой хохломы. А мы с вами движемся дальше. Как раз и смотреть эту фабрику, музей в одном. Тут еще мастер-классы проводятся. Красивые такие окрестности у этой фабрики. Потому что сюда приходят и дети, и взрослые. Абсолютно такая многошерстная экскурсия. Избушка на территории фабрики. Мы мимо уже проходили вначале. Что это за изба интересная такая? Служебный вход. Для администрации, что ли, такая красота? Очень похожий домик. Да. Суздальские. Очень красиво. Особенно в золотую осень все очень красиво. По цвету хохломы. Вы там бывали? Суздали, да? Да, я там была два раза. С экскурсией, конечно, надо самим ездить. Друзья, а это как раз центр мы зашли, золотой хохломы. И здесь уже все продается. То, что мы видели, там изготавливали. Здесь продается и уголок детский. Сколько вот он стоит? Лошадка. Зеркальце. Посмотрим. Шкафчик весь заполнен. Как конфетки какие-то. Давайте посмотрим цены. Вот такой вот платок, который вкладывали в шкатулку и дарили, то есть 4400 платок и шкатулка, естественно, наверное, столько же, сколько вот шкатулка, даже дороже шкатулки, то есть 10 тысяч подарочек может встать. Ну, удовольствие не дешевое, но зато интересное, тут даже иконы, друзья, прошлогоднее видео. Посмотрите, у меня там иконы, я снимала не на втором этаже, а на третьем этаже. Есть здесь. Еще у нас здесь предстоит обед в каком-то ресторанчике, посмотрим. Друзья, вот часть города Семенов, которая является областью Нижегородской. И сюда и в городец приезжают туристы, которые посещают Нижний Новгород, а потом, так же как Свияжск в Казани, едут на экскурсию дополнительную. Тут есть Пятерочка, кто хочет покушать. Можно даже в Семенов заселиться и почувствовать себя наедине с природой, посетить староверческую церковь и староверческие скиты. Мне сказали, раньше тут были экскурсии от фирмы, с которой я поехала сегодня. А сейчас они не возят. А вот какая-то женщина Алмазова, она возит. Проводит такие экскурсии. И при желании можно посетить. Наверное, ВКонтакте есть ее контакты. Друзья, мы продолжаем гулять по Семенову, смотрим старинные дома и двигаемся к ресторану «Семья». Семенов, кстати, был построен по проекту Парижа, так как строил его известный архитектор царский.
и применил свои знания. И здесь есть одноименный отель и кафе «Париж». А мы подошли на Корниловскую площадь поэта, поклонника Есенина, с печальной судьбой. Везде яркий, красивый частный сектор. Ребятишки в группе. Редкий случай. Довольно спокойные. Я думаю, вы уже обратили внимание, что город очень хорошо украшен. Красивые всякие остановки, вагончики, машины. Смотрите, какое место у меня есть, когда глаза есть, поволокает. И строчки его стихотворения. Мне не выдумать вот такого, и слова у меня простые. Я родился в деревне Дьякова, что от Семенова полверсты. Но это совсем рядышком. Родители, значит, работают в школе в Семенове, здесь они в Семенове живут. И Борис учится в школе. Школа номер один, она перед вами. Тоже старинное здание. Ну так, достаточно первый этаж украшен, красиво. В этот год по всей России отмечался юбилей царского дома Романовых. 300 лет. Друзья, мы вышли с вами к живописному озеру города Семенов. Его недавно очистили, завезли песок белый, и в таком обрамлении деревьев можно любоваться водой, утками и даже лебедками. Говорят, тут поселились два лебедя, они выбрали диких лебедей, они выбрали это озеро. Какие уточки плавают. То есть облагородили покрытие. Мост в хорошем состоянии, деревянный. И пухленькие уточки, как в Ярославле. Отсюда они с этого мостика хорошо видны. Посрединке беседочка, ротонда. И вон там несколько горбатых мостиков. И вы сможете вот так сейчас понтонным мостом пройти влево и прогуляться. И там можно сделать такие необычные фотографии. Там деревянные лошади, деревянные. Друзья, церковь Николая Чудотворца. Староверческая. Отсюда тоже, конечно, уже далеко. Ее не так хорошо видно, как если бы мы на небольшом расстоянии были. И еще одна. Озеро называется Фабричное, я узнала. Очень красивое. И плавающий остров здесь. За островом живут там вот затем лебедки. Или жили, может, улетели уже. Если пройти через озеро, мы выходим на такую площадочку, мини-площадь. С матрешками, лебедями и высотками, если можно так выразиться, домов. Пятиэтажные, цветные такие дома разноцветные. И вот еще одна такая площадочка, они совсем рядом. А вот мы подошли к следующим мостикам. Такие они покатые, горбатые мостики.
А прошли мы по своеобразной набережной вокруг озера. Озеро мне очень понравилось. Хорошая тут энергетика. И еще выход к одному мостику. Так интересно тут. Природа. Если было еще потеплее, вообще было бы здорово. Ну и так тоже хорошо. Можно пройти по такой набережной по всему, скажем так, по всей окружности озера. А мы с вами будем прощаться с пухленькими уточками города Семенов, такими же, как уточки Ярославля. И двигаться в музей дом Лошкаря. Вот такое красивое большое озеро. Вон они как кушать хотят. В Семенове есть и пункты выдачи, как мы с вами можем наблюдать, и аптеки, и магазины. Хороший такой провинциальный городок. Очень красочный и чистый. Оказывается, друзья, это и есть дом Лошкаря, мимо которого мы проходили, когда были на фабрике золотой хохломы. Друзья, мы покидаем с вами город Семенов, очень красивый, спроектированный, напомню, по архитектуре города Париж, вернее, по застройкам улиц, по проспектам. И населенностью всего 25 тысяч человек. Маленький красивый городок. Символ его матрешка, область Нижнего Новгорода. А до этого мы бывали с вами в доме Лошкаря, который увеличенный проект дома зажиточного крестьянина. Друзья, всем привет из Арзамаса. Сегодня у нас будет паломнический тур. Паломническо-экскурсионный. Я приветствую вас из Николаевского монастыря, где очень много чудотворных икон. Город Арзамас был основан Иваном Грозным в 1552 году, когда пошел в третий поход на Казань. И легенда связана, что встретили два брата, Арза и Масай, с дарами. Первые приняли крещение, и город назвали в честь них. Сейчас в Арзамасе проживает 103 тысячи человек примерно. Очень красивый вид. На реке Теша находится Арзамас. И мы сейчас пойдем к Воскресенскому храму. Реставрация уже закончена, а в Николаевском Николаевский женский монастырь основан Феоктетелактом Яковлевым уже в 1580 году. Потом он стал женским монастырем. Видео у меня, кстати, есть о предыдущем посещении, когда еще Воскресенский храм был на реставрации. А сейчас можно им любоваться в полной красе. Там же Вотворящий крест находится, святыня. И, друзья, здесь столько образов. Чудотворных. Избавление от бед страждущих. Друзья, вот и Воскресенский такой масштабный собор. Мы находимся на Соборной площади. Почти в каждом городе, где мы с вами бывали, есть Соборная площадь. И в Арзамасе есть такой
интересный музей. Тоже вы сможете у меня посмотреть. Музей патриаршества. Чудесный вид открывается на Арзамас, на реке. Всего действующих храмов здесь сейчас установленных 22, а было намного больше, по-моему, 33 храма. Это город церкви. Арзамас – город церкви. Друзья, я немножечко тороплюсь, а знаете почему? Я совершила небольшую ошибку, поехала с группой. Надо ехать одной. А вот там красиво убранная, чудотворная как раз икона. Избавление от бед страждущих, от которой идет такое умиротворение и доброта, вы даже не представляете. Друзья, вы увидели животворящий крест, который был приобретен в 18 веке одним из братьев Шаянским, который побывал на ярмарке около Макаревского монастыря, когда он еще был, и увидел лодку. Ему очень понравился крест, он захотел его купить, но у него не было денег. И человек, который продавал, говорит: сходи, вернее, сказал, я сейчас схожу за деньгами. Он говорит: сходи, забирай крест и принесешь деньги. Он пошел, принес, как правдивый и верный человек, денежку, а лодки-то уже и нет. И вот он все понял, внес на себе крест до Арзамаса. Этот крест очень и очень помогающий людям, живой. Как и многие иконы здесь находящиеся, а рядом большая икона подарена Иваном Грозным в окладе. Мы покидаем с вами Воскресенский собор. И сейчас пойдем вдоль торговых рядов, которые в Арзамасе тоже есть. Арзамас на самом деле светлый город. Хотя лес не совсем участочек дружественный. Такой, когда к нему подъезжаешь. Не знаю почему, может что-то там случалось. Друзья, а это вот как раз снаружи Николаевский монастырь. Он очень-очень небольшой, но с большим количеством чудотворных икон. Рядом с Николаевским монастырем зелёными куполами Спасский мужской монастырь, который сейчас восстанавливается, реставрируется и скоро будет, наверное, нас принимать и радовать службами. Мы сможем там тоже помолиться. Сейчас мы как раз пройдем по рядам торговым. Арзамас — это наше малое золотое кольцо входит. Еще Балахна, Городец и Нижний Новгород. Посмотрите, мы сейчас пойдем под горку и скоро будем переезжать в деревню батюшке Серафиму Саровскому. А это в городе Арзамасе гостиный ряд. Такая маленькая улочка чем-то напоминает музейный квартал в городе Городец. Маленькие старинные дома и красивые фонари, сделанные под старину, но, конечно, современные. Отсюда видно купола Николаевского женского монастыря. И, кстати, на улице сильнейший ветер. Здесь у них в гостином ряду находятся магазинчики, аптеки. Что-то такое вот, как рынок в старину. А соборная площадь в советское время называли Красной, между прочим, площадью. Видите, такие же серые кирпичики. Красиво. Да, друзья? Мне здесь понравилось. Такой милый и красивый городок. Самый ближний источник. Первоначальница Александра Марковна.
как раз на берегу Вичкинга. Интересно, какое название. Очень красивый вид. В Дивеево всего около 7 тысяч человек. Очень мало, но для поселка нормально. Да? Такой. Ну, даже вот Суздаль больше. Это поселок такой вот. Около 7 тысяч человек. Друзья, чуть в отдалении от источника матушки Александры, тут целая, скажем, сеть такая источников, три. Казанской Божьей Матери, Святого Пантелеймона и иконы Умиления. И прям вот как вот городок такой из источников, и самый чистый источник, даже воды не видно, это Святого Пантелеймона. Говорят, что помогает при заболеваниях желудка. Ну и не только, но особенно желудочно-кишечный тракт хорошо действует. Казанской Божьей Матери хорошо действует на зрение. Излечивает. На умиление просто для красоты. Шучу тоже. Они оздоравливают и красоту придают. Дивеево, прекрасный маленький городок и четвертый удел Пресвятой Богородицы. Мальчишечка всем помогает. Его денежка вознаграждает, уж все лучше, чем милостыню просить. Молодец. Друзья, посмотрите, какая красота, мартовское солнце около святого источника Казанской Божьей Матери в Дивеево. А сейчас мы приехали на святой источник Серафима Саровского, который находится в селе Сатис Дивеевского района. Это самый дальний источник из шести. Это купели. Источник находится в лесу, но очень красиво. Здесь рядом часовня. За деревом, наверное, не видно. Сейчас мы обойдем и посмотрим. Такая часовенка. Сейчас она закрыта. И вокруг, чтобы добраться до этих купелей, мост. Как только подъезжаешь к источнику, нужно пройти по мостику. Сейчас мы посмотрим с вами. Через реку. Очень красиво. Холодно, ветрено. Народу никого почти. Очень мало. И кто не привез с собой, допустим, рубашки, но хочет искупаться, здесь рядом все продается. Есть трапезные, церковные лавки, очень много всего, все для паломников. И сейчас я вам расскажу напоследок, что в Дивеевском комплексе монастырей, соборов, очень прослеживается монашеская жизнь, такая движуха и крестные ходы, и все что-то делают, и паломники. То есть там очень видно монастырскую жизнь. Кто хочет изучить и посмотреть, можете для интереса туда съездить. На этом мы с вами, друзья, будем прощаться. До новых встреч. Всем пока. Друзья, волшебный теремок. И с него свисают волшебные сосудки. Речка вокруг. И догадайтесь, где это все находится. На прекрасном святом источнике Серафима Саровского. Друзья, на святом источнике Серафима Саровского вот такая столовая для птичек висит. Но они уже все скушали. Там столик такой прикольный для них. Умельцы сделали. Вообще здорово. И все это находится
Все это находится в заповеднике Мордовия. Представляете? Заповедная зона. Вот.